Ребята, добрый день. Меня зовут Леня Смарагдова. Я художник, который ничего не успевает, поэтому я решила сегодня заснять и видео, и звук одновременно. Мы сегодня проходим и преподаватель рисования. Смотрите, вот у нас сегодня вторая часть сезона. Я сделала небольшую заготовку, чтобы быстрее показать процесс. В чем у нас особенность? В предыдущем уроке мы с вами говорили о том, что мы берем классические приемы наших разминочных упражнений и создаем непосредственно задний, начинаем с заднего, средний и передние планы. То есть вот именно вот в системе кардиограммы. Безусловно, в идеале было бы хорошо, если бы мы взяли пейзаж, но мы, как говорится, что имеем, те ресурсы и берем. Если у вас замечательный вид из окна, многослойный, пожалуйста, берите его. В чем особенность техники Сезанна? В прошлом уроке мы с вами говорили о том, что существует 4 градиента, где черный самый темный, где светлый — это у нас лист бумаги, светло-серый и так далее. И что мы разбиваем это по плоскостям, где передний у нас план идет самый темный, потом идет темно-серый, светло-серый. Сейчас мы с вами что сделаем? Сезанн использовал тот же самый прием, который мы проходили в первом упражнении. Говорить я буду сегодня сбивчиво, потому что мне надо успеть записать к уроку. Время уже 2 часа ночи. Простите меня, такого неорганизованного нифига человека. И, собственно говоря, помимо разбития вот этих вот планов, да, на передний самый темный, светло-серый, который у нас идет вторым слоем, ой, темно-серый, светло-серый, и потом уже где белое это небо. Он добавлял следующий момент. То есть у нас, несмотря на то, что, да, вот, допустим, идет средний план, где мы должны, казалось бы, делать светло-серым. И вот в этот момент мы начинаем добавлять вот те самые элементы, где темное самое темное, где черное самое. Господи, как я говорю. В общем, ребят, я готова петь песню, потому что мой словарный запас сегодня иссяк. То есть мы создаем вот эти теневые пятна непосредственно внутри наших слоев. И от этого все выигрывают. Показываю немножко быстро, немножко сумбурно. Но, как говорится, в этом вся и прелесть. То есть мы сокомбинируем в деталях наши вот эти слои, где темное самое, где черный это. Ох, давайте я вам просто нарисую и буду петь песенку. Давайте. Вот видите, у нас получается вот так живо. Так, я сейчас тоже приподниму чуть-чуть. Я сделала заранее заготовку, чтобы быстрее все заштриховать. Но прием на самом деле тот же самый. Здесь мы можем легко брать именно пикассовскую штриховку. В этом вся и прелесть, что мы комбинируем все навыки. Поэтому слой у нас, в принципе, идет темно-серый. Поэтому смелее в бой. И самое главное, знаете, не бойтесь экспериментировать, потому что нет такого правильное что-то или неправильное. Мы как-то проводили семинар на тему того, что такое настоящий художник и как определить, настоящий художник или не настоящий. И в итоге пришли к выводу, что настоящий художник создает произведение, которое не хочется ничего добавить и ничего убрать. Знаете, вот где все органично. Единственный критерий
Так называемые правильности или неправильности – это в органичности произведения. Если вы видите, что произведение органично, само по себе, неважно, что вы там изображаете, в этом уже и есть вся прелесть. Как видите, я работаю очень быстро. Не только потому, что я спать хочу. А в принципе, подобная техника, такие приемы позволяют. Утеняем. Мне очень нравится работать именно с темной гелевой ручкой, потому что это мягкий материал. И он дает очень красивые переходы. Знаете, такая живая линия. Видите? Не забывайте подписываться на блог в Яндекс.Дзен, потому что там более подробно человеческим языком, с картинками, текстами. Я рассказываю именно о техниках, которые мы разрабатываем в рисунках. Собственно говоря, в чем есть особенность? То есть, когда мы, например, создаем какой-то предмет, его объем, мы, как правило, проводим вот такие линии, да, например. Ну вот. Это будет в одном из уроков. И вот мы, по сути, вот это все рубим, да? То есть у нас потом идет вот такая штриховка, которая нам дает опору. Здесь мы создаем объем исключительно за счет штриховки. Вот, допустим, вот, обратите внимание. Здесь у нас, если мы рисуем с вами классическую форму, то мы бы ее использовали бы вот так, да, применяли. Вот она у нас уже какая-то живость идет, да, вот уже у нас фрукт появился. А в сезановском приеме мы используем только штриховку. То есть это может быть пикассовская штриховка. Тоже, видите, у нас абсолютно живой объем, и нет никаких вот этих вот точек опоры, кроме как самого листа. Сейчас я продолжаю набирать. Работаем достаточно экспрессивно. То есть здесь у нас абсолютно нет задачи, знаете, показать какую-то аккуратность. Безусловно, если вам хочется ее создать, создавайте. Это ваше авторское решение. Как говорится, главное, чтобы работа была в итоге закончена, чтобы смотрелась она органично, и чтобы не было желаний что-то из нее добавить или убрать. Собственно говоря, вот такими методами мы набираем тон. Кстати, я очень люблю своих учеников, потому что они помогают мне двигаться вперед. Например, я бы в жизни бы не завела бы еще лет 10 никаких блогов по урокам рисования, если бы не моя группа молодежи до 100 лет, которая меня простимулировала это сделать. Так что я у каждого ученика учусь. Каждого слышу, каждого воспринимаю. Безусловно, мы все разные, все со своими особенностями, но при этом каждый друг у друга учится. Например, огромное количество комбинаций методов обучения я создала благодаря вопросам учеников. Потому что, как говорится, нет вопроса, нет решения. Да, вот мне, например, говорят, а вот как вот сделать так, чтобы, например, вот это получилось. Но при этом, чтобы это не было скучно и занудно. Одно из плюсов
вот этой техники заключается еще в том, что мы отрабатываем штриховку абсолютно в игровой форме, не навязанную, не однотонно, не скучно. И помним, да, что Пикассо у нас, например, славился своими каракулями, так же, как и Зверев. Почему бы нам не применить эту смелость линий и здесь с нами, в работе Сезана? Тем более, видите, у нас все друг друга органично дополняет. И главное, когда работаете, не зацикливайтесь на одном месте. Двигайтесь по всему листу, постепенно набирая плотность, сравнивая его, потому что иногда ты чувствуешь, да, что, например, вот здесь стоит добавить, а вот здесь, например, стоит остановиться именно в органичности постановки. Ну, собственно говоря, я думаю, что можно уже заканчивать. Хотя вот здесь хочется дать определенной больше плотности. Вот смотрите, да, мы разрабатываем штриховку. Обычно на учебе, когда ты учишься, ты часами перед телевизором и в свободное время занимаешься вот таким рисованием линий. Вот прям часами, чтобы они у тебя были как одна линия, как одно полотно. Вот так ты набиваешь руку. Это немножко скучно, монотонно. Видите? А можно набивать штриховку, да, методы штриховки вот в таком интересном ключе. А Хана тоже, это моя кошечка, она подала голос. Тоже говорит, что она хочет с вами учиться Сезану. Периодически она у нас бывает моделью в кадре или сопрано. Ну, собственно говоря, я уже думаю, что пора заканчивать. Вот такая экспрессивная у нас получилась работа. Целиком. Сейчас, секундочку. И, как говорится, оставайтесь с нами, рисуйте, подписывайтесь на блог в Яндекс.Дзен. Ой, к сожалению, не могу открутить штатива. Вот такая у нас получилась итоговая работа.